Уверенная работа в стойке, перевод в партер и выход на болевой прием. Икрам Алискеров в бою с сербом Мира Юрковичем добывает 8-ю победу в Лиге Брейв. Теперь дагестанский боец – первый претендент на титул чемпиона в среднем весе. Радость успеха со спортсменами разделяют их родные и друзья. Все они ждали и следили за поединками у экранов. У нас в зале такого не бывает, что мы под определенного соперника готовимся. Мы все бойцы, у нас методика подготовки такая, что мы готовимся к трехраундовой войне. Так, грубо говоря. Довольно-таки напряженный месяц был. 3-4 турнира подряд. Везде выступали наши пацаны. Подготовка была тяжелая. Весогонка у одних, у других. Сам Ильдар там на турнире, сам Бахрейн находился. Много работы проделал для команды, потому что, вы знаете, на весогонке как бывает, выполнять капризы каждого бойца, это чуть тяжело. Бьемся как команда, живем как семья. Эти слова можно смело отнести к дагестанским спортсменам, выступающим за границей. Всего на турнирах в Бахрейне победами отметились 9 выходцев из страны гор. По словам тренера команды KHK Эльдара Эльдарова, единство и сплоченность в коллективе во многом послужили залогом общего успеха. Какой клуб бы ни был, мы были как единое целое, сплоченные и поддерживали друг друга, потому что соперники были. Кто-то из Сербии, кто-то из Африки, кто-то из Америки. Для карьеры драться с международными бойцами в разных частях света, это очень, я по себе знаю, с каждой точки, где я выступал, появляется какая-то публика, которая тебя знает. То есть я выступал в Индонезии, у меня есть люди, которые знают меня, видели в местных новостях, трансляциях. Этот год для клуба обещает быть насыщенным. На титул в наилегчайшем весе претендует Велимурад Алхасов. Победив у американца Зака Маковски, он вышел в финал Гран-при. Поединок, вспоминает боец, был принципиальным, так как именно Янки нанес Алхасову единственное поражение в карьере. В бою за пояс он может встретиться с Али Багаутиновым, который также уверенно идет к чемпионству. В любителях с ним были 2 раза. Мы встречались, 2 раза он выиграл. Отдаю должное, серьезный соперник. А чтобы быть лучшим, надо драться с лучшими. Хочется, чтобы он в финал попал и с ним уже в финале подраться. В планах у спортсменов заслуженный отдых. Затем тренировки в дни священного месяца Рамадан будут проходить в щадящем режиме. Упорная подготовка к титульным боям начнется в конце весны. Курбан Рагимов, Магомед Гусейнов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.